был ты! А? Это ты, мистер Икс, с которым встречается Диана! Ты все неправильно поняла! Да-да, пойду расскажу Золотаревой, может она поймет лучше меня. Она же меня убьет! А я помогу ей кол наточить! Я не встречаюсь с Дианой! Я это видела собственными глазами! Да я ей просто помогаю! Изменять Владу! Да нет, просто до этого Диана никогда не встречалась с мальчиками и не знает, как себя правильно вести. И она попросила меня притвориться ее парнем, чтобы она на мне попрактиковалась, без лишнего. А почему именно тебя? Ну, я самый старый. Ну, это да. А никому мы не говорили, чтобы Влад и Золотарева не ревновали. Даже немного логично. Как-то неловко получилось. Ничего страшного. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Я рада, что все хорошо разрешилось. Кажется, Красоткина начала что-то подозревать. Нам надо более достоверную версию придумать, чем помощь мне в отношениях. В такую даже 3-летний ребенок не поверит. Значит, я ребенок! Ну хорошо, я сейчас такую кучу проблем этой парочке навалю. Ни один экскаватор не поможет разгрести. И как мне все рассказать Золотаревой? Рассказать что? Ты все знаешь? Да, и через пару минут я буду не одна такая. Нет, не рассказывай никому. Почему? Я думаю, ваши пары должны знать, какие вы изменщики. Мы не изменщики, мы просто... Очень тесно дружим. У нас та кошка с соседским котом дружила. Теперь не знаем, куда 5 маленьких дружек девать. Нам нравится проводить время друг с другом, но мы не хотим расстраивать наши половинки. Не переживайте, вам и не надо их расстраивать. Потому что это сделаю я, когда им все расскажу. Стой! Что? Помнишь, как в магазине остался последний блеск для губ, и я его тебе уступила? Ну да. Кодекс женской дружбы? Услуга за услугу. Ты серьезно? Да, я отдала тебе блеск, а ты не рассказываешь Владу и Золотаревой о нас. Когда чихаешь, закрывай рот, а то всех забрызгаешь своим змеиным ядом. Нам повезло. Ага, что тогда у меня не было денег. И я не смогла купить этот блеск. Вот же пиявки навозные. Очень некрасиво с их стороны. Мы не можем это скрывать от Золотаревой. Поддерживаю. Ну и в открытую я ей сказать это не могу. Я могу, я ей и не такое говорила. Только вот тебе она может не поверить. Да, и доказательств ни у кого из нас нет. Ой, она, наверное, так расстроится. Если б Жорик такое выкинул, я бы выкинула его из своего сердца навсегда. А я бы боролась за Ростю до конца. Чего конца? Так что мы будем делать? Ну, рассказать мы об этом не можем. Так почему мы не можем Золотареву это просто показать? Будем играть в крокодила? Снимем фильм? Сделаем все, чтобы Золотарева сама застукала эту парочку. О, отличная идея. Привет! Мне тут нужно провести одно небольшое исследование. Поможешь? Больше никто не может. Мне нужна ты. Нет. Ну куда я денусь? Маривана все равно запирает на школе. Отлично. Первый вопрос. Вампир тебе изменяет? Что? Нет, конечно. А подумать не хочешь? Нет. Ладно. Это не самое популярное занятие у нас в школе, судя по оценкам. Второй вопрос. На кого похожа Диана? А. На разлучницу. Б. На изменщицу. В. На ту, кто увела у тебя вампира. Г. На змею подколодную. Наверное. Пора на урок. Может, мне надо было намекать более тонко? Ой, спасибо. Не за что. Во! Ты
права, он такой милый. Извини, это... И куда она делась? А мы разве во что-то играли? Конечно! Вышибалы! С чего вы это взяли? Так умно сказала. Здесь нас точно никто не должен найти. Ты прав, это идеальное место. Молодец. А на этой картинке кто изображен? Корова. А как делает корова? Держи конфетку. Да как же легко. А это точно будет на контрольной? Ну, в первом же классе было. Логично. Я так больше не могу. Не смей. Ты не можешь нарушить женский кодекс дружбы. А ты мне не подруга. И вот, дарю. Так ей. Можно и партой. Немного увлеклась. Извините. Золотарева, я не хочу тебя огорчать, а я хочу. Но вампир изменяет тебе с Дианой. Видела. Мы пытались намекнуть. Дон Жуан? Красавчик. Сердцеед. Это что такое? Мужская солидарность. А если бы вампир увел кого-нибудь из нас? Подлец. Негодяй. Ты очень и очень нехороший человек. Вампир. Вот. Да. А где Златарева? Спасибо, что помогаешь. А то, кажется, я подвернула ногу. Да пустяки. Ой, мой герой, ты спас меня! Я никогда это не забуду. Как твои глаза? Они... Какого цвета у тебя глаза? Голубые. Твои голубые глаза цвета неба.